Продолжаем разбирать новые поступления. Сейчас хочу показать вам салон от ГЛС. Машина была 2018 года. Достаточно богатая комплектация. Салон Designa. С мониторами. 7-местный. Неплохое состояние кожи. Светлой марки, конечно, хорошая химчистка им не помешает. И есть вот такая вот погрешность небольшая. Второй ряд не представляется возможным его открыть. Он электро. Также к этому салону будут прилагаться обшивки дверей. Продолжается распаковка. Дошли до салона от BMW 7 в кузове V-кузове. Салон раздельный, со всеми электрорегулировками. Состояние кожи неплохое. Есть небольшие погрешности, конечно. Подробные фото также будут у нас на сайте. Не помешает, как и всем салонам, химчистка. Вот в наличии такой салон есть. По вопросам приобретения пишите, звоните. Телефоны будут указаны на сайте и в описании к этому видео.